деньги в 90% внизу. То есть я сейчас не говорю о всех сетевых компаниях в целом, я говорю о определенных финансовых пирамидах. В наше время их очень много. В Корее, кстати, финансовые пирамиды запрещены законом. Если какая-то компания, та или иная, уличается в модели бизнеса сетевой пирамиды, то всех сажают в тюрьму. Как решила эту проблему компания Atomy? Финансовые выплаты в Atomy выплачиваются не по пирамиде, а по трапеции. Что это значит? Компания установила лимит. Лимит денег, которые могут получать люди. Этот лимит $50,000 в месяц. Может показаться, что это очень большая сумма, но люди выходят на этот доход рано или поздно, если они продолжают этим заниматься. Невозможно будет выйти на этот уровень дохода, наверное, только когда уже невозможно будет открывать другие страны, когда уже почти все будут зарегистрированы. Наверное, только тогда. Но это будет еще очень не скоро. Сейчас у каждого есть возможность выйти на этот уровень дохода. Все участники в Atomy получают два вида выплат. Мы сейчас говорим об одном из них, о другом поговорим чуть попозже. Итак, что это значит? То, что вот неважно, когда человек начинает, он может догнать тех людей, которые начали у истоков компании. 10 лет назад, 8 лет назад и так далее. То есть неважно, когда вы начали, вы можете обогнать всех, кто зарегистрировался до вас. Обогнать или догнать. Что происходит вот с этой верхушкой? Вот эта основная верхушка, большое количество денег, которые должны были получать люди наверху. Куда деваются эти деньги? По идее, эти деньги компания могла бы оставлять себе. Это было бы разумно, наверное, в нашем мире. Но что делает компания? Вот эти все деньги она равномерно распределяет между всеми, кто внизу. Следующим образом. То есть вот этот вот большой треугольник, он уходит вниз. Каким образом это делается? Если кто-то изучал сетевой маркетинг-план, то заметил, наверное, что нигде не указаны конкретные выплаты. Сколько денег вы получаете за ваши бинарные шаги? О бинарных шагах мы поговорим чуть-чуть попозже. Это потому, что там высчитывается как коэффициент. Коэффициент – величина переменная. Но сейчас у коэффициента есть примерно такое сбалансированное значение, около $4. И вы получаете по этому коэффициенту деньги. Как этот коэффициент высчитывается? Обороты компании за каждый день суммируются и складываются в общий котел. И оттуда каждый вытаскивает по своим оборотам. То есть кто сколько сделал оборотов, кто сколько набрал множителей, тот столько забирает. И причем никто не может забрать больше вот этого значения. Именно эта система позволяет людям внизу зарабатывать больше. Именно за счет этой системы за каждый бинарный шаг, вот шаг бинарный 300 тысяч баллов, мы получаем около $60 за счет вот этих оборотов, которые сгорают у лидеров. Мы об этом поговорим еще буквально чуть-чуть попозже, думаю, это будет понятнее. Еще раз, получается, вот все эти денежки, они распределяются равномерно между всеми участниками. То есть они никуда не пропадают. Вот этот график тоже был представлен на лидерском семинаре в Корее по выплатам. Выплаты и время. Установлен предел по выплатам. И люди рано или поздно доходят до этого предела. Получается, А, Б, С, они двигались с разной скоростью. Начали в разное время, но они догнали друг друга. В Atomy часто говорят, что встретимся наверху. Или все там будем. Все там встретимся. Получается, здесь у каждого есть такой момент, когда рост начинает идти очень быстро. В чем основная сложность работы в Atomy? Их несколько, но я бы отметил первую, то что вначале вы не видите заметных результатов. В отличие от большинства компаний, когда вы начинаете работать, когда у вас большое количество регистраций, вы не видите выплаты, потому что здесь нет смысла в прямых продажах. Нас не интересуют продажи как таковые, то есть мы не заинтересованы продать что-то кому-то, что-то втюхать. Мы заинтересованы именно познакомить с компанией, дать человеку понять, что это за компания, познакомить с продукцией, чтобы человек попробовал продукцию. И когда человек с правильным пониманием выбирает из всего списка ассортимента товаров компании то, что ему нужно, пробует и убеждается, что это лучше, чем все, что он пробовал до этого, то, что эти БАДы дают эффекты, эта косметика работает, и она дешевле, чем то, что люди покупали до этого, или лучше, чем то, что они покупали до этого. Они убеждаются и начинают пробовать больше, больше и больше. И таким образом растет товарооборот. То есть мы строим сеть постоянных потребителей.
которые делают покупки автоматически, сами, без вашего участия. То есть одноразовые продажи нас не интересуют, нас интересуют постоянные клиенты. Именно в этом заключается суть инструмента, с помощью которого мы строим себе пассивный доход. Я считаю это идеальным бизнесом, потому что когда человек приходит в Атоми, он остается здесь навсегда. Человеку незачем перестать покупать продукцию, потому что он ничего не теряет, а только приобретает. Итак, давайте подытожим, что такое Атоми. Атоми – это абсолютное качество, абсолютная цена. То есть это продукт, тут стоит понимать, многие говорят, что продукция дорогая. Продукция не дешевая, я соглашусь. Но на рынке вы не найдете продукции такого же качества по таким же ценам. Одна из основных причин, по которой я также зарегистрировался сразу, потому что я знал рынок Кореи примерно. Я знал, насколько он высококонкурентный. Я знал, насколько там изобилие различных товаров. Особенно, если это касается уходовой косметики за кожей. Корейцы просто и кореянки в особенности на этом помешаны. Продукции очень много. Разнообразная, разного класса. И я знал, что все, что представлено в Казахстане, в основном, это низший класс, масс-маркет. Я знал, как это преподносят в Казахстане и как всем нравится эта продукция. И если бы представлялась продукция высокого класса по таким же ценам, я был уверен, что это будет пользоваться спросом. Люди будут это покупать. Далее идет абсолютная система. То есть это та система, которую построил Пак Хан Гиль. Это маркетинг-план. Это единый сервер. То есть, насколько вы знаете, если не знаете, я сейчас расскажу. В Атоми один единый глобальный сервер. Все страны, которые открываются, все работают под одним сервером. То есть вы можете свою структуру регистрировать людей, находящихся в любой стране, где компания уже открыта, либо где планирует свое открытие. Следующее – это система успеха. Это система семинаров, которые проводятся на регулярной основе от компании. Это в основном бесплатные семинары, официальные семинары от компании, на которые может прийти любой желающий, зарегистрировавшись, и получить инструменты, получить объяснение. Примерно то, что рассказываю сегодня или то, что рассказывали вчера, также в течение всего дня. История успеха, маркетинг-план, знакомство с компанией от людей, которые уже добились определенных рангов. Но эти семинары, первый такой семинар в Казахстане, насколько я знаю, планируется в октябре-ноябре, как сообщили вчера в Алмате. То есть пока мы до этих семинаров доживем, нужно двигаться сейчас. Поэтому мы организовываем вот такие свои семинары. Также это возможности для каждого. Система построена таким образом, что вам не нужно обладать особенными навыками, чтобы преуспеть в Атоми. Потому что возможности каждого человека в вашей команде, они становятся абсолютно вашими возможностями, способностями, на 100%. Все усилия, которые прикладывает ваша команда, они на 100% идут вам в учет. И это идеальный бизнес для будущего. Так. На этом слайде представлены примерные бренды, которые в ближайшее время уже появятся на Азамоле. Азамол – это тот интернет-магазин, о котором я рассказывал, который откроется в ближайшее время в июле. На данный момент уже 7000 товаров загружены на эту платформу, она еще не запущена, но товары там уже есть. То есть здесь будет электроника, Samsung, LG и так далее, различная парфюмерия, одежда, продукты питания, посуда, все для быта и так далее. То есть здесь, в принципе, можно купить практически все оригинально. Пока, я повторюсь, мы не знаем, как это будет работать по факту, я думаю, мы разберемся. Но, по крайней мере, наши партнеры смогут, например, покупать оригинальную парфюмерию без никаких накруток по оптимальным ценам и получать оригиналы парфюмерии, что самое главное. Доставка будет пока только из Кореи. То есть вот каким образом мы отправляем посылки из Кореи сейчас, с этого магазина мы также сможем отправлять посылки. Сразу скажу, что электронику заказывать будет невыгодно. Потому что цены будут официальные, и они, скорее всего, будут выше, чем те цены, по которым можно купить в Казахстане. Сейчас в Атоми, в Корее, вот везде можно видеть вот такой логотип. Логотип компании даже немного изменился, везде на сайте вот есть такой 100. Что это значит? Это значит то, что сейчас в Атоми празднуют вот этот десятилетний рубеж, то, что за 10 лет Атоми осуществила мечту, которая была у Пак Хан Гиля. С самого момента основания компании он занимался благотворительностью, помогал различным школам. Сейчас у компании 100-летняя мечта. То следующие цели компании заданы на 100 лет вперед. И компания идет к этой цели. Так, есть ли у кого-нибудь вопросы на данный момент, потому что было сказано? Если есть вопросы, поднимите руку.
вам дадут микрофон. Я отвечу на ваш вопрос. Также сегодня, где-то часов в 6, наверное, или в 5.30, будет сессия «Вопрос-ответ» с нашими гостями из Кореи. То есть вы сможете также задать вопросы напрямую им, если вас что-то будет интересовать. Если вопросов нет, то я приступлю ко второй части, к маркетинг-плану.